А давай Контур Форс попробуем, лучше пройти. Что-то Konami, получается, под конец существования NESC начал творить всякую дичь. То есть игры-то вроде бы козырные все, но как бы такая хрень, что все не с какими-то лютыми багами или какой-то лютой дичью. Вот что об этом он Returns, что это, она тоже, так скажем, здесь тоже дичи хватает. Обожал в детстве ее. Боссы тут крутые. Боссы тут крутые. Она вот постоянно тормозит. То есть железа тут не хватает. Вот, то есть как-то они это нехорошо, короче, сделали. Контур просто прибегал 150 раз, а вроде контур форс уж давно не проходил что-то. Так, это. Меня это никогда не напрягает. Ой, ё-моё. Что именно не напрягал, что-то я. То, что притормаживала игра. Ну, оно не то, что напрягало, оно даже в какой-то мере лучше, но это просто. Мы играли всегда на медленной приставке, поэтому эти тормоза не особо будет заметно. То есть, играя на PAL-консоли, вот на этой Dendy, например, которую сейчас свою делаю, там это не так, короче, это все заметно. Но было. А когда ты играешь на более шустрой консоли, то уже это... Здесь эти тормоза более... такие... скажем, неприкольные. А вот это место на двоих вообще не знаю, как проходить. То есть это... надо мега синхронность иметь. А-а-а! Прямо четко на пульку. И когда ты мигаешь, экран скроллить тоже нельзя. То есть такие вот тоже все моменты. То есть игра достаточно такая сыроватая. Она крутая, да, но сыроватая. И выходила она только в Пиндосе, насколько мне известно. Прыгай, мой родной. Чё тут бегаешь? И почему тут чувак два раза, то есть, ну, два-то точно, больше, чем наш играбельный персонаж. То есть, чё за тема
с пропорциями. В детстве на это было насрать, вот честно. В детстве было насрать. Игра крутая, мочила все, взрывала все, тащились вот по полной. А сегодняшний так, что-то тут какая-то трешатинка. Что это за дрянь такая? То есть, такие, он короче, босс, моменты... потому что... Но все равно как-то это... Вроде вот реальная тема, убийство, там, друга туда-сюда, то есть все тут серьезно. А тут вот такие черти, что просто, ну, охреневаешь. Музло огонь, то есть все огонь, то есть в этом плане тут все огонь. Но просто есть вот такие моментики интересные. Мне кажется, просто игра не доведена до ума, вот и все. Да что ты не стреляешь-то у меня? Самолеты можно взрывать. Вообще-то не всегда взрывается, но бывает взрывается. Ну вот, типа того. Здесь, кстати, можно типа... Интересно, а оригинал тоже притормаживает? Мы же в пиратку играли всегда. Так это тоже, это и есть оригинал. Я сейчас и играю в оригинал. Просто хочу показать чип, как я это, ну, проходил, короче, раньше босса можно было легко и просто убивать, я не знаю, может, об этом всем известно. Ну, хотя бы показать именно то, что я еще в детстве придумал. То есть можно вот так вот тупо стоять и стрелять. И ни хрена тебе не будет. Но правда это утомительно, честно. И насколько мне известно, здесь нельзя нажать старт. То есть на боссе нельзя переключиться между персонажами. Именно на этом боссе нельзя переключиться между персонажами. На четвертом уровне не знаю, не помню, что тоже вроде нельзя, то есть почему тоже нельзя, непонятно, то есть это, скорее всего, какой-то баг. У чувака пистолет в руках, а он стреляет ракетами. Что за пиздец? Или это такие пули, которые сзади это... А у меня тогда чё за херня? А может баг то, что можно переключаться? Нет, переключаться как бы задумано изначально в игре. То есть ты можешь переключаться же во время игры между персонажами.
А тут ты не можешь. То есть я ничего здесь делать не могу. Ой, ё-моё, чё я нажал, а? Ой, бляха-муха, я нажал случайно этот... Селект. Ну, теперь придется по старинке. Ой. Ну и честно, надоело уже тоже так мочить, да и он сдох. Фига, он такой здоровый хер по сравнению, я такой малютка, он такой, чувство гигантомания. То есть, до этого можно все таки, конечно, докапываться, ну, играть все равно огонь, то есть, это бесспорно, но, блин, все равно жопа. Вот, а теперь здесь я уже могу переключиться. Я просто немножко сыровато, вот и все. Во время этапа, да, а во время драки с боссом, в принципе, логично, что кем к нему пришел, тем и убивай. Ну, хрен знает, как-то странно. Вроде на предыдущем боссе это можно было переключаться. И здесь можно переключаться на боссе. Почему там нельзя? Че, игра так резко поменяет правила? Это как-то не прикольно. Прыжок там еще есть читерский. Есть, мы сейчас его будем использовать. То есть в игре сделано, конечно, дофига разные балансировки. Кто-то прыгает, кто-то что-то бегает. Но прыгает, насколько я понял, только он от Бёрнса выше всех прыгает. А все остальные вроде одинаково прыгают. Все, то есть... она просто недопиленная игра. То есть ее вот реально надо допилить. Надо посмотреть, может, какие-то хаки есть на ее. Может, кто-то допилил что-нибудь по нее. То есть вот балансировку сделал нормально. То есть допилил ее. Она реально выпущена на скорую руку. С то, что она багуется, то есть, ну, вот эти тормоза, вот этого, ну, даже сейчас вот тормозит она. То есть я один на черном фоне, и все равно тормозит. Надо это, как... видеокарту помощнее поставить. Есть даже целый разогнанный эмулятор под эту тему. Вот. Я только до сих пор так я что-то и не нашел. Вот здесь, кстати, что? Здесь я могу переключаться на боссе, да, то есть менять персонажа. Чё за хрень, а? Объясните мне. Почему на том нельзя? Это же, ну, реально смена правил. Особенно, когда ты первый раз играешь, что-то вообще подъебало. Иди сюда, блядь. Если нам на все было насрать. Еще вот здесь такой баг, вот часть этого пушки всегда появляется. То есть он сейчас, если кто не видал, это еще я в детстве заметил. То есть хоп, сейчас она такой, и пушка, полчасть пушки появляется. То есть вот таких вот мелочей просто в игре до хера.
патчи не выпустили, патчи, как под современные игры же сейчас. Выпускают игру, которая ни хрена не играбельна, делаем патч и все, огонь. Всегда забыли сделать патч, короче, вот и все. Это Киберпанк 95. Ну да, да. Не, это Киберпанк 92 тогда. Ой, да. На тот момент железо тоже было дорогое, как и сейчас. Этот кадр же даже очень дорогой, то есть он такое ощущение там выпускал с какими-то малыми партиями, то есть достаточно дорогая эта хрень. Сделана-то она круто, ну как почти круто, ну то есть вот такие моменты, тут вот всю сырость надо было убрать. Они ее не убрали. Потому что косяки. Надо посмотреть, кстати, хаки на ее. А есть один какой-то там неадекватный хак, там вообще просто жопа какая-то неадекватная. Там это вообще просто, ну, наркомания, не игра получается. Там просто пипец какой-то. Там первый босс просто летает как сраный веник по экрану, вообще там даже никакой реакции не хватит. В общем, там полная жопа. Ну, короче, хрень какая-то неадекватная. О, то есть это я знаю, что... Ну, как вот появилась вот эта тема хакинства, вот эти все делают хаков, вот эти игры. Сначала начали делать лютую дичь, что было мега сложно, или там вообще непроходимо чуть ли. То есть пиксельные прыжки и прочее, чтоб люди выполняли. А потом сейчас народ немножко уже утихомирился. У меня эта игра на перекид 8 в одном. У меня 3 в одном было, вот. Я на одной игровке еще есть. И было, когда первый раз я в нее поиграл, тоже была на одной игровке. Ну, круто, у тебя там типа супер хик. Вау! Все-таки убил козел, распанился тупой. Ну и что здесь еще? Это дикий респаун тоже, очень хороший здесь респаун. Кстати, офигенный карик. Все, игра шикарный. Это редкость. Обычно на многоигровках пара игр норм, остальные дичь. Да слушай, не знаю, по-разному бывало, и огонь все попадал. Ну, то есть, ну... А вообще, вот лично мне, меня как-то боги хранили, мне говноигр мало попадалось. То есть, именно такой лютой дичи редко попадалось. Блин, конечно, не очень козыренько.
И здесь, ну, никак нельзя пополнить жизни. Я, конечно, понимаю, что конты бесконечные, но пополнить жизни здесь никак. То есть нет каких-то жизней. Зачем очки даются вообще, непонятно. То есть система очков тоже непонятно, на кой хер нужна. То есть вот эти элементы просты... Блять. Они, ну, вообще никак это... Походу, надо переключаться. Они как-то просто вообще не продуманы. Мы с братаном привередливые были. Всегда игры подолгу выбирали. Продавцы вешались, поэтому плохих у меня не вообще. Ну... Ну я вам как кое-что рассказывал, кстати, тоже в чате бывает появляется, как они платки меняли. То есть покупали это на базаре картридж с игрой, а разбирали его, всували туда какую-то многоигровку, и отдавали обратно, и бабки за это забирали. Ну, то есть, типа, игра говно или не работает, еще что-нибудь из этого, короче, плели. Вот. И, в общем, так вот они, короче, в свое время это обворовывали продавца. У нас один был продавец картриджев на базаре в свое время. Ну, кстати, здесь тоже вверх нажимаешь, то есть, четвертый уровень, и все равно есть возможность переключения босса. То есть нет переключения босса только именно на втором уровне. Почему? Никто не знает. Никто не скажет. То есть вот такие моменты просто недоработки. Это просто недоработка в игре. Зачем здесь очки? Вот объясните мне, вот, долбоящеру, зачем здесь очки? Они должны давать что-то. И в Канаме не было никогда такого, чтобы очки были просто тупо бесполезны. Ну ладно, тут может быть он еще и похож как-то на... Не знаю. То есть, ну, большой, но все равно какой-то очень большой. Босс. Ай, бляха. Ой, ёб твою мать, придется вниз падать. Вообще, да, неплохо было немножко подфармиться. Там немножко не очень будет хорошо на боссе. То есть, если так вот судить, типа надо по чесноку надо сделать вот так вот. Вот так вот.
Нет, идея неплохая, то есть все здесь идея классная, но она просто, опять же, как из Castlevania Simon's Quest... Чувак с базукой любимый был перс. Ну, да. Ну, вот здесь его хрен толку дамажит, никакой разницы нету. То есть опять же так же надо переключиться. То есть задумка была вот такая именно. То есть переключение персонажей. О, то есть идея-то классная, но просто не доведена. То есть она не просто не зашлифована слегка. То есть мелкие вот такие, короче, баги и прочую всякую срань не исправили. А посмотрите, может чуть есть, как где-то реально вот исправленная игра, чтобы она и не тормозила. Потому что, может быть, там что-нибудь это... Ну вот это вот типа пушка выше, он это по диагонали неплохо стреляет. Он уже настолько дырявый, что через его ракеты уже прилетают. Я в детстве, когда первый раз играл, то вообще вертолет надо мочить. То есть мочились до хрена вертолет, а блин, он не убивается и все. Ну, чтобы он не мешался. Ну, здесь вот не, типа такая читерская позиция, короче. Ну, это когда тебе полный фарш. Вертушку мочили тоже. Ой, да уж. Такие вот, короче, дела тут с этой игрой. Ну, вот, все зашибись, но сделано дерьмово. Ну, это просто на тот момент уже консоль типа нахер не нужна была. Вот, и... сделать такую херню, короче. Например, в черепашке Truman Armor Fighters тоже есть свои косяки. То есть там вот вроде бы тоже от Konami и тех же уже под последние игры. И есть свои реальные косяки, которые на сегодняшний день уже пацанами всеми исправлены. То есть здесь-то не критично. Мы здесь все равно игру как бы проходим. Мы можем только вот привязываться к мелочам. А, блин... А там реально это файтинг, там каждая мелочь очень важна. И там пацаны уже с годами, короче, вот сколько вот уже турниров по Tournament Fighters проходит, и уже столько хаков там, то есть уже версий столько переделано, то есть там уже очень кропотливая работа. Там уже игры, в принципе, своей ничего уже, в принципе, не осталось. Но это уже ответвление как бы пошло. То есть было сначала, типа, вот подправили основную версию, а потом... вообще сделали целое ответвление, там добавили каких-то новых локаций, новых там персонажей, не, персонажей в это не добавили. А может добавить? Не, не добавили новых персонажей. Вот, ну переработали весь, всю балансировку всей игры вообще. Вообще полностью. И, блин, там совершенно по-другому стал уже играть. Ну почти, ну совпадает, но по-другому. То есть тоже целая тема. И тоже вот кучу всяких багов. Там вот основной баг то, что второй соперник быстрее первого движется в любом случае.
Поэтому поначалу все играли два сета, то есть первый играет первым персонажем, ну, то есть игроком как бы один, потом они меняются местами, чтобы было как бы более ровно. То есть такие вот моменты.